И ты приготовил новый уникальный гаджет. Володь, я не понимаю пока, что это, но вот мне подсказывают, что это ведро складное, а мега объем. Объема я пока еще не вижу. Вижу, да, что-то. Ты видишь сложное. Мега-выгоду, я думаю, вижу пока только мега-выгоду, да, 395 рублей. Сегодня стоит лот 15837. Цвет голубой и серый, объем ведра 10 литров. Володь, где 10 ведро? 10 литров, где абсолютно правильно. Вы не ослышались, вы не отчитались. Вы все правильно слышите и видите. Это действительно мега объем. Два диаметра у нас представлено. Обратите внимание, вот здесь такой квадратный, да, диаметр. Здесь у нас круглый диаметр, да, две разные формы. Выбирайте любую, выбирайте обе. Поверьте мне, это действительно незаменимая вещь. Не только в городе, например, для малогабаритных квартир или же просто для людей, которые ценят комфорт и удобство в своем доме. Так вот, именно это ведро может помочь вам решить эту проблему. Опять же, в машину положили, всегда удобно, всегда под рукой. Опять же, в сезон сейчас ягод, грибов, когда пойдут у нас дары природы, нас будут одаривать, совсем скоро это произойдет. Ну и опять же, на даче, какой это невероятный выход, какое решение. Пока вы показываете у Оксаны в руках ведро, я сделаю вот этот мега-объем. За 2 секунды, действительно, мне было удивительно, где вот же они. Ведро, где вот же мега-объем? Вот они, 10 наших литров, дорогие друзья, 10 литров, именно столько сюда поместится не только холодной, но и горячей воды, Оксана, потому что наш материал, инновационный силиконовый материал, способен выдерживать даже высочайшие температуры, то есть горячую воду мы тоже можем сюда смело наливать. Ну и еще один материал здесь использовался, это у нас полипропилен, вот он здесь у нас сверху, снизу и на ручке, чтобы вам было легко носить наше ведерко, потому что полипропилен у нас очень легкий по своей структуре материал, но и в то же время опять же, невероятно прочный. Соответственно, одно удовольствие отправляться вместе с таким ведерком на дачу, отправляться за грибами, отправляться за водой, за ягодами, собирать яблоки. Ну или просто вот так складывать и раскладывать наше ведерко. Все что угодно. Самое главное, действительно, за 395 рублей вот такой надежный помощник. Слушай, потрясающее ведро, действительно надежный помощник. А мне больше всего нравится, что это ведро мы можем с легкостью транспортировать. Слушай, а взять его с собой в электричку. Есть. Бросьте его, я не знаю, в пакет, в сумку, бросьте его на заднее сиденье автомобиля. Володь, а вот здесь вот я смотрю, есть вот такая вот еще, это для чего? Это вот для того, чтобы мы могли наше ведерко подвесить где-нибудь в квартире, в кладовке или на даче. Да, то есть это то ведро, которое не занимает лишнее место. Вот у меня, знаешь, есть ведра, стоят на балконе, они постоянно падают на меня. Вот такие ведра стоят на даче. Во-первых, они, их очень трудно вытащить, это практически правда. Невозможно. Я не могу, я их привез уже несколько недель назад, пытался вытащить и все поломал. Посмотри, вот так вот у меня по периметру, по диаметру одни сколы, разломы. Все это выглядит не очень красиво, но попробуй, ты все равно у тебя не получится. Нет, я не могу. У тебя не получится, соответственно, все, мы одно ведро потеряли, второе, даже на него смотреть не хочется. Здесь же этой проблемы у нас не будет, я здесь, не теряйте меня, я пока уйду под стол, потому что будет эксперимент прямо сейчас в нашем эфире. Обратите внимание, мы наливаем воду, 10 литров, напоминаю вам, сюда войдет легко и просто не только горячей воды. И все вот так легко. Оксаночка, мы наполнили наше ведерочко. Отправляемся куда угодно вместе с этим ведром. Опять же, вот ты знаешь, сезонное отключение воды грядет у нас дома. Причем, вот обрати внимание, ты правильно, кстати, начала жмякать, как говорит Наташа Мурушкина, вот, наше ведерко. Вот, мне интересно, да, не сложится не ли оно сложится, под воздействием никогда воды? Никогда не сложится, ничего не будет, потому и что не растянется ли оно, как воздушный шарик? Нет, Оксана, все потому что продумано действительно до мелочей. Вот как раз таки вот эта структура силиконовая у нас позволяет надежно фиксировать все внутри. Во-первых, приятный очень материал на ощупь. Во-вторых, я пошел, знаешь ли, прогуляюсь с ведерком, потому что одно удовольствие вместе с таким красивым и, самое главное, полезным ведерком. Слушай, на самом деле, действительно красивая и стильная вещь. Не просто, да, какое-то там пластмассовое или там железное ведро. Это то ведро, которое мы можем взять с собой. Мы можем взять его с собой в поездку.
миску, то в то ведро, которое у нас легко хранится. Полить можно цветы. Полить можно цветы, Володь, что угодно. Пойти по грибы, по ягоды, что-то хранить в нем. Ну, и, конечно, ну а самое же... главное, вот сравните свои старые, вот эти некрасивые, поломанные прошлого века ведра. Или же вот, пожалуйста, за 2 секунды мы собираем 10 литров новое инновационное ведро. Просто фантастика. Я хочу напомнить номер лота 15837. А сегодня у нас акция «Счастливый день», поэтому сегодня ведро стоит 395 рублей.